Приветствую вас. Прежде всего, хотелось бы спросить у вас так. Вы девушку, когда выбираете, ну вот, когда вы знакомитесь с девушками, когда вы начинаете строить с ними отношения, вы по каким критериям выбираете девушку свою? То есть, какой именно критерий для вас важен? А если вы выбираете девушку? А вот. Какие для вас важны ее черты? Да? Вот. Какие для вас важны ее характеристики? Потому что получается так, что вы девушку воспринимаете как своего рода вершину, которую нужно покорить. Если вы воспринимаете девушку как вершину определенную, которую нужно покорить, значит, вы что-то сами себе доказываете. Если человек нуждается в том, чтобы что-то самому себе доказать, значит, он в себе не уверен. Значит, ему требуются внешние средства для того, чтобы... ему требуются внешние средства для того, чтобы убедить себя... в том, что он обладает, например, ну, допустим, теми качествами, которые у него есть. Вот и вопрос. В каких качествах вы в себе сомневаетесь? Какие качества подчеркивает девушка, которую вы выбираете? И откуда это идет? Либо это идет из детства, и вы через девушку пытаетесь доказать, например, своей маме, что вы достойны ее любви, достойны ее внимания, потому что она была к вам холодна в детстве. Либо у вас в юношеском, либо юношеском, либо подростковом периоде была ситуация, когда девушка, которую вы очень сильно любили, ну или которая была для вас важна, да, она не ответила вам взаимностью, вы это очень тяжело пережили, и теперь через других девушек вы пытаетесь доказать вот той самой девушке другой, что вы достойны, что вы не хуже, что вы неплохо и так далее. Именно поэтому вас привлекают именно те девушки, которые недоступны. То есть в любом случае вы выбираете девушку не по критериям того, что она вам нравится, не по критериям того, что она вас привлекает, что вам с ней хорошо и так далее. Вы выбираете девушек по других критериев, по иным критериям. Ну, например, по тем критериям, что девушка позволяет вам почувствовать себя кем-то. То, например, когда вы девушку завоевываете, когда, и когда вам, например, допустим, когда вы ей нравитесь, вы такой думаете, о, типа, о, здорово, теперь я своего добился. Теперь я своего достиг. Все. И вот эта ситуация больше не волнует. Но вы же понимаете, что это не любовь как таковая и не симпатия как таковая. Это скорее использование девушки как средство для достижения своих целей. А именно для средства для ощущения себя определенным образом. А по-другому вы себя почувствовать не можете. Кем?
может быть мужчиной, может быть значимым и так далее. То есть вы чувствуете себя значимым только тогда, когда добиваетесь кого-то. А это определенный триггер поведения, который, скорее всего, опять-таки идет из детства. Вот. Далее, значит, вы пишете, что но за той девушкой, за той, которая игнорирует мои звонки и сообщения, готов делать и бегать и делать все что угодно. Думаю, она меня лучше узнает, ее отношение ко мне изменит. И так постоянно повторяется. Ну, вы ищете признание. Вы ищете признание, ищете любви, ищете того, чтобы вас признали значимым. Вот, и вопрос в том, что, почему вы не чувствуете себя значимым без девушек, и почему вам нужны именно девушки для того, чтобы это себе подчеркнуть. Вот это вот очень важный вопрос, который вам нужно обязательно найти ответ. Потому что, ну вот, когда вы говорите, что я готов, либо, кстати говоря, у вас очень высокая планка. То есть, вот, обычно, знаете как, когда мне нравятся только те, кто мне не нравится. То есть, мне нравятся только те, кому я не нравлюсь, простите. Вот. Это говорит о том, что либо у человека высокая слишком планка, да, и нужно снизить немного планку. Вот. Либо этот человек имеет для субъекта, в данном случае, то есть, для вас, значит, для вас это имеет значение. То есть девочка для вас имеет чрезмерное значение. Девочка для вас имеет чрезмерное значение в силу того, что вам чего-то не хватает в самом себе. Вот это вот ключевой момент. А что именно, нужно разбираться. Либо из детства, либо из подросткового, юношеского возраста. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.